Друн-дун-дун-дун, задний ход, давай, корыто. Ю-ху-ху, у-ху, где ты там? Сейчас главное не профукать момент. Взять тебя на абордаж. Вот так вот нафиг тебе. Еще одного все равно грохну. Ха-ха. Кеха, куда плывем-то, видишь? Долбанный парус мешает. Вот это инженеры постарались. Так, я вижу там, что кто-то подплывает к моему кораблю. Твою ж налево, сигналку забыл поставить. У меня ж там никакой защиты. Сейчас он мой трюм вскроет. Бэкст, бэкст, бэкст. Бэкст, бэкст. Бэкст. Он там. Быстрее туда. Агр. Привет, ты даже не представляешь, как я люблю пиратов. И сегодня мы как раз поиграем в симулятор пиратов. Вот это вот, ну, что неудивительно, моя крепость. У пирата есть крепость, я сам в шоке. Ты посмотри, какая она здоровая. Тут даже есть ворота, вот такие вот на Е нажимаешь, они открываются. И, в общем, как бы без мебели пока. Только недавно заехал. В общем, отжал тут тоже у местных пиратов. Как бы, они... Опа, а где выход-то? Так, кажись, в эту сторону. А, вот, точно. Не понял. Не по размеру проемы здесь в основном. Ну, тут как бы гномы-пираты до этого жили. Поэтому все такое маленькое, миниатюрное. Проходики. В общем, смотри. Вон там остров есть. Вон там вот остров есть. Вон там. И, наверное, я так предполагаю, что это все я должен захватить. Но иначе, что я здесь делаю? Так. Во-первых, у меня шлюпка пропала. Как бы я плыл, и она утонула. Вон там, вон кто-то уже на шлюпке плавает своей. Надо бы нам ее соорудить с тобой. Так что подойду сейчас к этому чуваку. Вначале вообще подумал, что это девчонка. Но потом присмотрелся, у нее там бородки есть какие-то, ноздри такие здоровые. Ну, ты точно пацан. Тебе нужна моя рука помощи. Что я могу тебя попросить с твоей руки помощи? Мне нужен корабль, давай корабль мне. Опачки. Так, короче, смотри. Ранг первый. Вот такая вот шлюпочка. Вообще похоже, знаешь, на что? На бревно. Просто бревно. По-другому никак не. Вот это вот я понимаю, корабль, да? Зарубакс, конечно, ну все могут. Богатенькие все могут себе такое позволить, но я не в их числе, да. Я нищебродский пират, поэтому беру просто бревно. Бревно беру. Ага, и бревно не дают. Что ж за жизнь-то? Тут же написано «Free». Как мне его взять? Что нужно-то? Дайте мой корабль. О, нифига себе. Нуб. Форсе. Филд. Не было же этого желтого пузыря. Наверное, там, видимо, какой-то нубяра включил такой щит магический, чтобы туда не проник никто. Он плывет туда. Так, в общем, ты мне будешь мою лодку или корабль там отдавать? А то у меня есть ржавая кирка. Ну и меч тоже ржавый. Ладно, дружище, давай по-другому. Может быть, summon my ship получится? Summon my ship. Вах! Ничего себе! О, шлюпочка мы. Ништяк! Так, а это я могу открывать? Блин, почему я не могу открыть вот этот вот... трюм? Я хочу в трюм! Эй, дружище, ты мне какой-то бракованный корабль заспаванил. У меня трюм не работает. Где я буду прятаться, когда будет шторм? Или дождь? Ладно, это не важно. Пойду к тому мыльному желтому пузырю. Тихо. Да. Ю-хо-хо. И бутылка яблочного рома. Так, а может быть он туда на остров сплыть? Ну ладно, на остров мы потом. Вначале нужно напасть вот сюда. Я же все-таки пират. Да, Кеха? Дай пожрать. Че-то какой-то мыльный желтый пузырь превратился в какой-то черный, темный, мрачный, страшный. Че-то я немножечко очкую. Ща как меня отсюда бомбанет нафиг. Ну да, туда проплыть я не могу. Ясно. Защита сработала. Понятно. Ну ладно, живите здесь, одинешеньки. А я поплыл вон туда, на остров. Смотри-ка. Плывет за нами. А ну-ка. На абордаж. Полундра. Юху. Уху. Где ты там? Ай, больно. Битва. Я угнал его корабль. Все, давай, пока. Ай, бьет. Ёшки-матрёшки, упал. Я появился. Кто же кого? Кажись, он меня. Ёшки-матрёшки, не хочу помирать. Все, ладно, давай. Все, пока. Прощай.
Чё, ты меня на абордаж теперь в этот раз хочешь взять? Да ну нафиг. Я вон на остров поплыл. Я вообще отдыхать плыл. Да. Неудачное было нападение. Сейчас на острове с ним схлестнёмся. Какая там здоровая штука. Что это, жвачка что ли на пляже? Огромная. Ну-ка. Может, я это добыть могу? Опа! Битва продолжается. Откуда у тебя восстановилось хп-то так сильно? Да ну нафиг! Уплываем! Крадем корабль! Все нафиг, давай пока! Да что ж такое-то? Отстань от меня! Негодяй! Да! Да! Все, давай пока, до свидос! Че, за мной поплывешь? Смотри-ка, неугомонный пиратище за мной хочет плыть. Опачки. Нет, он... А, он вышел. Понятно. Ну, мне же лучше. Да что ж ты, посмотри. На этот остров всплываются все пираты. Кажется, сейчас опять предстоит мне схватка с кем-то. Почему я не могу взять вот эту здоровую, отличную ракушку с жемчугом? Да, никак. Видимо, все, что я могу здесь сделать, это добывать. Не понял. Опачки! Отличненько! Но, кстати, моя сумка уже переполнена, и поэтому мне нужно валить отсюда! Здесь уже какие-то пираты есть! Нет! Да что ж ты будешь, а? Якорь мне в бухту! Сейчас ты отхватишь, иди сюда! Битва насмерть, нафиг! Кажется, я сейчас снова отхвачу, у меня мало хп. Опять опятский! Блин, где твой корабль? Нет! Гад! Потопил мой корабль! Я сейчас вернусь! Ох, я сейчас вернусь! Ох, я тебе сейчас по жопе надаю! Все, тебе капец! Тебе реальный капец! Уплывает! Негодяй! Ладно, добудем еще ракушечек! Еще ракушечек! Опа! Так... Оу, нет! Еще один на меня напал! Ты только глянь, их тут как... Море! Хотя мы и так море! Битва на троих! О май гад! Что делать? Ладненько. Это нечестно. Надо валить отсюда. К тому же мало хп. А ну иди сюда, негодяй. Скрылся, негодяй. Ну ладно, тогда с этим разберемся. Ну все, с ними разобрались. Теперь можно мои сокровища отправить в трюм. Вот так вот. Ага. Трюм переполнен. Но зато я могу взять с собой еще парочку килограмм вот такого вот жемчуга. Все, отправляемся домой. Домой. Опачки, задний ход. Вот так вот. Это было потно, конечно. С двумя-то сразу пиратами драться. Но учитывая, что один слился, все не так уж плохо. Так, господа, я прибыл домой. В свой форт. Порт. Или как там, да? Форт-порт. Опачки. Что мне с этим делать? Блин, высадился называется. Что, кому это все нужно отдавать? Ну что, сверху написано, поговори с Джерри, чтобы разблокировать твой карго. Не знаю, как карго переводится, фиг его знает. Ладно, сейчас поговорим. Unload my cargo. Все, я разгрузил свой корабль. Ну и, естественно, себя тоже разгрузил. Теперь все мои вещи лежат в какой-то коробке. Не знаю, где эта коробка находится, но... Я теперь, наверное, могу что-то построить на форте. Опачки! Заборище! Забор! Офигеть! Здесь я поставлю лучников. Пиратов-лучников. А у пиратов лучники были? А, неважно. Будут чем-нибудь кидаться. Так, возвращаясь назад на остров. Нужно подзаработать еще деньжищ. Блин, задом вперед. Идите, давай. Ну вот я снова и на острове. Надо попробовать добыть камни. Короче, чтобы добывать камень, нужен ранг 3. Ясно. Пока что этот камень не для моих зубов. Значит, буду собирать ракушечки. Опачки. Где мой трюм? Скидываем все это в трюм. Вот так. Ну и еще, естественно, с собой возьмем. Эй, Джерри, я привез еще тебе пару ракушек и жемчуга. На, разгружай. О, отличненько. Так, продолжаем строительство нашего... Этого, какого? Заборчика. Заборчик 2. Заборчик. Где еще заборчик-то можно построить? А, во. Заборчик. 3. Заборчик. 4.
Осталось еще раз, два, три, четыре, ну, наверное, четыре забора где-то примерно. Эх, мне побольше кораблик, чтобы у него здоровый трюм был, чтобы вмещалось побольше всего. Говорил мне как-то один мой знакомый пират, найми школу ремонта, найми школу ремонта, они тебе все быстро построят. Да кого их, я тут сам все могу построить, нифига себе, сколько здесь тройки-то можно намутить. Ты только глянь, а, здесь построить, там построить. Ладно, вначале заборчик дострою. Опачки. И вот здесь вот. Опачки. Ну все. Остров у меня защищен. Ну, как бы, ну, не серьезно, конечно, но теперь можно его, по крайней мере, оставлять ненадолго. И не бояться, и не переживать за него. Так, что же у нас здесь? Ну, наверное, здесь будет у нас сейчас забор. Вот так. О, отличный забор. Ворота. Ничего себе, вот это ворота. А как мне теперь проникать-то? А, они автоматически. До чего прогресс дошел. Открывай ворота, хозяин приехал. О, красава. Так, в общем, у меня здесь есть два варианта развития событий. Это продолжать обустройство моего шикарного острова, либо закрафтить себе новое орудие труда. Кирку могу сделать деревянную, нужно всего лишь 25 ресурсов. Либо 100 ресурсов, не, ну это уже слишком. 25, а у меня сейчас 24, пока не выгодно. А ну-ка, что с мечом? Ага, меч только будет на ранге 3, а у меня сейчас ранг 2. И в связи с этим я теперь могу перевозить не 10 ресурсов, а 12 в своем рюкзаке. Что-то слишком много всего, поэтому выберу вот это. Вот это строим. Так, каменная стенка у нас, значит, будет. Да, я же, кстати, ранга 2, я теперь могу ломать камни небольшие. Так, это третий ранг. Вот этот вот, наверное, второго. О, пошла жарень. Сейчас все добудем. Все, огонь. Вот это я понимаю. Вот это я мощный. Как я разломал этот камень. Так, и вот этот еще. Блин, это ранг четвертый вообще. Что-то там вон тот вот остров меня очень-очень интересует. Надо бы туда сейчас сплавать. Друн-дун-дун-дун. Задний ход. Давай-давай-давай-давай. Корыто. Все, поплыли. Ничего себе. Вот это у тебя кораблище. Не то, что мое бревно. Блин, я такой же хочу. Тихо, куда плывем, ты видишь? Долбанный парус мешает. Вот это инженеры постарались. Или это дизайнер, блин, такие. Опа, нифига себе. Вот это там личико. Смайличек. Так, пойдем поближе. Пойдем, пойдем посмотрим, что там такое. Что там за пещера такая опасная. Так, конечно же, я не могу оставить ресурсы. Опа, без внимания, поэтому все забираем, все забираем. Вооружаясь своим ржавым мечом, я... Да ну нафиг, ну нет. 35 рубаксов заплатите, пожалуйста, чтобы 30 минут побывать в этой пещере. Капец, ну там так круто, и 35 рубаксов, ну нет, ну за что? Мир продан, все за деньги. Ладно, прощай, остров. У меня были такие большие надежды на тебя. Но ты меркантильная кукуха. О, так что все, давай, покеда. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, не-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 не. Не плывите сюда. Не, все, все, давай, покеда. Что-то слишком у тебя большое бревно. Давай, 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 проплывай. У тебя там даже матросы есть. Нифига себе, ты блатной пиратище. Погоди, а это игрок или нет? Дай-ка я туда заплыву к нему. Ты игрок или нет? Блин, по-моему, это не игрок. Слушай-ка. Хочу попробовать его взять на абордаж. Так, идем на столкновение. Сейчас главное не профукать момент. Взять его на абордаж. Пират, пирату. Опачки. Кирку меняем. Да, я на пиратском корабле. Ну что, ребята? Ой-ой-ой-ой. Битва за пиратский корабль. Да, конечно, меч у меня вообще не ахти. Не для этих схваток. Есть! Юху! Пират повержен! Так, только у меня трюмы и рюкзаки все забиты, поэтому... Поэтому все. Поэтому как бы здесь никак. Может, я попробую все-таки взобраться туда, за руль? Не, за руль нельзя! Все, ладно, 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 ладно. Вот так вот нафиг тебе! Еще одного все равно грохну! Ха-ха! Короче, за каждого пораженного пирата мне дают какую-то денежку. Вон, золотое яйцо какое-то или что это.
Статуя какая-то непонятна. Опа, капитан! Кэп, блин, утонул. Кэп, подожди, Кэп. Как же мне теперь забраться? О, вот так. Не урчи, Кэп. Так, а сюда я могу зайти? Нет, сюда не могу. Опа, Кэп прибежал. Разборки с Кэпом. Сейчас. Может, еще и Кэпа умудрюсь грохнуть. Он, кстати, мощный относительно, бьет побольше, чем обычный пират. Или я, или он сейчас. Нет! Нифига себе! Мой рюкзак! Нет! Блин, я профукал все, что у меня там было. Блин, а ведь ему оставался всего лишь один удар. Надо вернуться. Я здесь, чувак! Блин. Давай, добивай его. Ну же! Йиху! Потопили пиратский корабль. Блин, а я думал, я еще в трюм смогу зайти. Нет, возвращаемся. Фух. Крутяк. Че, чувак, тебя подвезти? Ну садись. Воу, тише. Мой кораблик только не сбивай. Ну садись уже, подвезу тебя. Такси сегодня бесплатно. Помог мне все-таки завалить пирата. Садись. О, красавчик. Все, пап, да. Боюсь, мы с тобой так далеко никуда не уплывем. Капец. Ладно, попробуем до острова. Блин, я даже не обратил внимания, что походу мне за поражение пиратского корабля огромного дали кучу ресурсов. Ты только глянь, 177 ресурсов. Офигеть. Ладно, мы с моим новым матросом плывем ко мне на базу. И сейчас мы купим новый корабль. Йо-хо-хо, и бутылка яблочного рома. Оу. Куда это мы поплыли так по суше? Боюсь, если мы сейчас застрянем, то... Я отсюда корабль точно не достану. Дружище, стой пока вот так вот. Все это благодаря тебе. Мы сейчас на суше. Нет! Зачем ты сдвинулся? Нет. Короче, благодаря моему матросу я потерял рюкзак, набитый с ресурсами, и корабль тоже набитый с ресурсами. Но благо у меня после пиратского нападения остались деньги. Ну, точнее, ресурсы. Поэтому я могу теперь купить тебе пиратский корабль. Так, где у нас новый кораблик? Кораблик вот этот вот крафчу. Ого, да ладно. Так, подожди, дружище. Зареспавни его. Где мой корабль? Summon my ship. Ооо, ну да, пороскошнее. Побольше стал кораблик. Побольше. А ну-ка, скорость. Ну все. Я теперь на супер шипе. Ну, раз такая гулянка пошла, купился новый кораблик, то, соответственно, нужно обновить и кирку. Ну, куплю себе хотя бы деревянную за 25. А ну-ка, кстати, насчет мечей, что там? Что там по мечам? 75, вот такой вот. Блин, по урону только вот этот лучше. Нормальный стальной меч купить. Вот что лучше, ржавый металл или какая-то деревяха? Конечно же, ржавый металл. Так, а здесь, ну я даже не знаю, ржавая кирка или деревянная кирка. Блин, ну что ж за выбор-то такой, а? Нищебродский. Короче, что-то я решил ничего не делать. Лучше-ка добуду я себе камня. Во. Вот так вот. Все шикарно у меня. Кстати, а где у меня здесь трюм? Наверное, сюда надо, к двери. О, точно, в двери. И еще чуть-чуть ресурсы надо добыть. Наверное, срублю-ка я дерево. Вот так вот. Вот это я понимаю. Вот так вот. Вот это хорошее дерево было. Ну нет. Ну вы прикалываетесь, что ли? Да. Ну почему? Ну почему мой корабль застрял? Ладно. Корабль, я тебе припомню. Буду добираться сам вплавь, без тебя. А, как же жизнь тяжела, когда у тебя корабль новый подводит тебя. Так, я вижу там, что кто-то подплывает к моему кораблю. Твою ж налево, сигналку забыл поставить. У меня ж там никакой защиты, сейчас он мой трюм вскроет. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Эй, Джерри, быстро зареспавни мой корабль. Ты посмотри, он сел за мой руль. Сейчас я ему нафиг покажу. Джерри, а ну давай, сумань. Давай респавни мой корабль. Вот так вот. Ну-ка, что у меня в комнатке? Хо-хо-хо. Вот это я понимаю. Вот это мои ящики с сокровищами. Роскошно.
Но внутри, к сожалению, я ничего не могу построить. Тогда... Блин, я не хотел это строить, ну как же так получилось-то? Ладно, фиг с ним, будет здесь стоять стенка. В общем, ребята, на этой замечательной пиратской ноте мы с вами заканчиваем. Если вам понравился этот плейс, то пишите в комментариях по поводу него, оставляйте свои лайки, то есть пальцы вверх, и не забывайте подписываться, кто еще не подписан. Вам спасибо за просмотр, всем удачки и пока-пока. До нового видосика.